Идемте. Здравствуйте. Начинаю. Мне трудно первый беременность. Первая девочка 4310. Очень большая, хорошая девочка. Ну, очень большая. 4310. Гражданка Российской Федерации. Вот ее первый документ. Ангелина. Это такой красивый, замечательный. Открыть, подарить себе от нас, от всех. Вот здесь руководители Ульяновской области, города Ульяновска находится, и тебе, и твоему замечательному супругу. И мы вас поздравляем с тем, что вы сделали колоссальный такой яркий, интересный подарок в начале этого года для себя и для нашей страны. Спасибо огромное. Ну, и, конечно, мы хотели бы, чтобы как только Ангелина там проснется, значит, сразу начал играть в игру. Сердечко, смотрите. С вами сердце. Такое. Вот сейчас купаться пойдем. Каждый год приезжаете в родильный дом, тот или иной. Почему вот так важно для Ульяновской области, для России, для того, чтобы вы год начинали с вопросов демографии? Ну, я исхожу из тех замечательных слов, которые очень часто произношу благодаря нашим советским мультикам. Как корабль не зовешь, так он и поплывет. Либо победа, либо беда. И поэтому я исхожу из первого слова. Конечно, я считаю, что наша страна просто обязана быть, должна быть не только большая по территории, но еще и густо заселена. То есть нас должно быть, конечно, значительно больше. Но для того, чтобы нас стало больше, нужно показывать пример. Это то, что мы с вами делаем, это пример для всех нас, для всех разных руководителей и предприятий, и бизнеса, и власти о том, что вот именно так надо относиться к зарождению семьи, именно так надо относиться к зарождению ребенка. И не только таким единичным посещением, но и потом сопровождением семьи. Все это вот сегодня у нас с вами, как сейчас принято говорить у молодежи, упакован в большой, хороший проект под названием «Патриот 2030». Мы вполне серьезно настроены сделать так, чтобы абсолютно большинство семей в Ульяновской области проживающих были счастливыми семьями, были многодетными семьями, семьями, в которых есть достаток, в которых есть возможность у родителей реализовать свои мечты, а у детей была возможность получить самое хорошее образование. Вот так, вроде бы, такое вот безобидное посещение, такое в роддомах подтолкнуло нас к тому, чтобы мы официально заявили, что одна из самых главных стратегических целей в нашей политике является сбережение народа. И это было далеко-далеко давно, достаточно в начале 21 века. А сегодня мы видим о том, что это стало такой большой государственной политикой. Президент в своем последнем послании Федеральному собранию, гражданам Российской Федерации сказал о том, что одна из самых главных задач, чтобы страна была сильной, счастливой, с хорошей экономикой. Очень важно, чтобы, так сказать, все мы помогали друг другу. И, конечно, очень важно, чтобы мы все гордились своей семьей. Я надеюсь, что вот у нас и лично с вами получается, Дмитрий, и у огромного количества наших земляков сделать так, чтобы не только наши семьи, но и семьи вокруг нас, проживающие, были счастливыми.